Репертуар театра музыки, драмы и комедии пополнился новой постановкой по книге Григория Остера «Дети и эти». Как говорят создатели спектакля, смотреть постановку могут зрители от 4 до 99 лет. Интересно будет всем. Что будет, если ребенок окажется на месте взрослого и наоборот? Насколько увлекательна игра «Пожар»? Куда детям спрятать спички, чтобы родители их не нашли? Именно этими вопросами озадачены артисты театра в новом спектакле по произведению Григория Остера «Дети и эти». Надо обязательно с детьми приходить смотреть, потому что это правда очень веселая, очень актуальная, очень забавная, задорная, классная история получилась. Детские спектакли у нас в этом году год семьи, и будет очень много впереди именно таких вот семейных историй. Вот это вот первое, которое мы в этом году выпускаем именно для семейного просмотра, поэтому я думаю, что будет очень интересно. Режиссером спектакля выступила Анастасия Старцева из Омска. Она не первый раз работает с артистами нашего театра. На сцене ТМДК выходят ее постановки «Чужая жена и муж под кроватью», «Снегурочка» и «Серебряная копытце». Именно за этот спектакль наш театр получил национальную театральную премию «Золотая маска». Идея возникновения постановки «Дети и эти» возникла случайно. Я очень часто хожу по книжным магазинам и смотрю литературу. Детскую, взрослую. В одном из магазинов мне попалась большая книга Григория Остера. В этой книге было все, и вредные советы, и разные рассказы, там, мифы Лаврового переулка, «Дети эти». И, значит, я эту книгу покупаю, начинаю читать, понимаю, что, боже мой, тут готовый спектакль просто. Герои спектакля дурачатся, сохраняя полную серьезность. Читают стихи, стоя на табурете. Показывают почти цирковые номера. Ссорятся и мирятся. Но всегда находят общий язык и понимают. Главное в отношениях между взрослыми и детьми – это полное принятие и понимание. Первыми зрителями постановки стали ребята из 54-й школы. Внимательно слушая вредные советы от артистов, школьники делали свои выводы. Мне понравился спектакль, потому что там отличное движение и хорошая музыка. Как тебе спектакль? Ну, он такой красивый был, смешной. Мне понравилось больше всего «Малышня», потому что она такая смешная была, и мне показалось, что это не «Малышня», а какие-то старшики как будто. Мне больше всего понравился персонаж дочка тем, то, что она помогала всем больше всего. И хотя спектакль носит возрастной ценз 6+, смотреть его нужно обязательно всей семьей. Ведь это настоящий психотерапевтический сеанс, на котором в игровой форме можно вернуться в детство и вспомнить, как несколько десятков лет назад мы искренне не понимали, чего от нас, детей, хотят эти взрослые. На этом наш выпуск завершен. Встретимся с вами завтра в эфире Новоуральской вещательной компании на телеканале ОТВ в 19 часов. У меня на этом все. Всем хорошего настроения и до новых встреч в эфирах НВК.